Вышли в городе Орел. В общем-то. О! Здорово, Женек, здорово, Женек. Короче, как бодрый, как бодрый. Вот. Один, Виталий Николаевич, в общем-то. Виталий Николаевич пьет абсент. Балдеет. Слушай, ты как... Утром делает зарядку на балконе. Пьет спирт. Что, серьезно? Серьезно. Растирается водкой, пьет спирт. Потому что сейчас зима. Всем рекомендую растираться водкой и пить спирт. Потому что мороз врагов уничтожает, а нас бодрит и веселит. Да, конечно, да. Слушай, тут это самое, собственно говоря, хотелось бы спросить, то есть, как бы, то есть, для всех украинских фанатов группы «Адовый мужик», в общем-то, ты, то есть, также, то есть, для фанатов группы «Измена», там, любители клуба «Рокер Паб», там, ну и «Рок Форева», собственно говоря, можешь, как бы, какой-то эксклюзив, коктейль, там, сказать. Я знаю, что Виталий Николаевич у нас по коктейлям, а ты можешь дать какой-то рецепт, в общем-то? Рецепт? Блин, я не знаю, как там кто. Я лично уважаю «Северное сияние». Это что? Это берете советское шампанское, желательно найти где-нибудь настоящее советское шампанское. Не вот это вот новомодное, там, французские, там, какие-то сухие вины. Берете советское шампанское, берете спиртик. Все это, короче... А сколько спирта? Спирта желательно больше половины стакана и чуть-чуть шампанского, чтобы зашипело. Все это сбалтать. То есть две трети спирта, одна треть шампанского, да? Да, сбалтываете это все хорошо. На закуску берите мороженую рыбу, поливаете ее уксусом. А рыбу, рыбу какую? Ну, минтай возьмите, что ли. Поливайте мороженую рыбу уксусом, чтобы она задымилась. И вот в этот момент сразу такой... И рыбкой закусил такой... Ну и бодрячком из «Северное сияние», в принципе. Лава по венам идет. Блин, прикинь, так я же вижу, короче, «Северное сияние». Как раз... Мне можно не пить, да? Да. Короче, как Гагарин говорил, он сказал: «Поехали!» И запил водой. Вот спирта ебанул и запил водой. И вокруг земного шара. Вот такая, короче, тема. Ладно, ну, в общем, привет. Передашь какой-то там это самое? Да, всем что украинским любителям алкотрэша, а также хорошей музыки, настоящей музыки. Всем пламенный привет из города Орла от группы «Адовый мужик». Всем трэша, пацаны! Окей, живи-же! То есть ура, товарищи! Давай! Сергей, ну как вам Орел-то? Вокзал, смотрите, какой красивый! Вон часы знаменитые, недавно повесили! А чем они знаменитые вообще? На них, блин, этот вагон на вожатый повесился! Вообще, то есть, ну, город, как бы, ну, вокзал прикольный, да я просто дальше не отходил, и как бы мы с тобой, как бы, то есть, ну, по-трезвому сегодня, культурное мероприятие, правильно? Не все же время можно. Конечно, конечно. Зашли, то есть, нормально в кафетерий, то есть, взяли по... А вот курить здесь не следует. Вот курить здесь не следует. Не, ну... Можно легко на штраф налететь. Это надо было возле вагона стоять, там можно, понимаешь? Да, понимаю. Так, скажите, пожалуйста, какие планы на будущее у группы «Измена»? Да, ну как, ну, в сентябре упомянем 20 сейшн, посвящен 20-летию группы, короче, в общем-то. Это где он будет происходить? В каком? Кременчуге будет происходить. В Кременчуге, да? Планируете как? Часа на 3, на 4 сейшн? Да нет, у нас барабанщик не вытянет, наверное. Да. Хотя, то есть, Андрюха, если увидит это видео, он скажет: «Да пошел ты нахрен». Не, ну часа на два, то есть один час, то есть новый состав и один час, то есть, ну, старый участник. А вы будете делать какое-нибудь шоу, там, театральное представление, там, цыган позовете, нет? Не, если все нормализуется, то, скажем, у нас между странами... О, я тебя позову из этого мужика и Виталия Николаевича. Тогда я привезу. Я думаю, вы шоу дадите. Хорошо, я привезу в клетке медведя и цыган арендую. Ну, там, с бубнами, там, со всей херней, блин. Что ты смотришь? Да опоздаешь ты на свой. Смотрю. Опоздаешь ты свой на поезд. Побежишь ты за ним. Да нет, побежишь. Ну, нафиг, на лыжах, я тебе лыжи выдам. Да у тебя они не с собой. Возьмем на прокат, тут недалеко есть. Ты видел, вон там лыжник пошел, один знакомый. Ну, не вообще не вопрос. Как-то так. Ну ладно, Серега, удачно тебе доехать. Спасибо, твоя жена. Давай. Живее всех живых, ура, товарищи, то есть, давили с босс, то есть, и I like work.
Ха-ха-ха.